Шалом, уважаемые дамы и господа! Времена меняются, и часто сегодня, в наше время, люди переезжают с одной страны в другую. Многие остаются в своих странах, и у них меняется экономика, меняется положение. Вот в таких ситуациях очень часто приходится сталкиваться с возрастом. Вот эта проблема возраста, она очень сказывается на всех, особенно когда ты говорил на одном языке, а сейчас ты должен говорить на другом. Причем это очень-очень сильно ощущается людям, которые уже перешли черту, скажем, 45. Я вспоминаю всегда моего отца, светлой памяти. Когда он приехал в Израиль, а будучи в России, он тогда работал в Советском Союзе на высокой инженерной должности, в строительстве, мы все его успокаивали и говорили: папа, тебе 58 лет, ты должен смириться, ты должен работать где-то на заводе, где-то там в охране. Он настолько тяжело реагировал на это, причем, вы знаете, что повлияло на него, он потом в Израиле впоследствии, до конца своих дней, вот практически пока не заболел, там до 80 лет, он работал на руководящих должностях в Израиле, на крупнейших стройках, в инженерном составе. Я думаю, что его удача была в том, что он не принял вообще вот это мнение. То есть, вы знаете, есть человек, который на несколько процентов соглашается, и мотивация, она на несколько процентов становится меньше. Потом еще несколько процентов, потом еще. Потом на тебя влияют какие-то источники. Вы знаете, не то, что там он был полиглот какой-то, или знал русский, знал идиш. Он выучил иврит, не оставлял книгу, просто все время ходил со словарем. Причем тогда не было таких вот спецэффектов для изучения языков. Почему я это говорю? Я просто даю совет тем людям, которые ищут себя сегодня, или здесь, в России, например, экономика меняется, и человек вдруг должен с одного места перепрыгнуть на другое. Кто-то поехал в Америку, кто-то поехал в Израиль, кто-то оттуда приехал сюда. И меняя атмосферу, во-первых, надо знать. Мишане маком, мишане мазаль. Меняющий место, он меняет свое счастье, свой мазаль. Даже географически в той же стране, когда ты меняешь, переезжая, скажем, в другой район, ты тоже сверху получаешь улучшение судьбы. Надо настроиться на то, что тебе будет сопутствовать удача, и ты будешь непоколебим в своей цели. Как говорится, любви все возрасты покорны, цели тоже все возрасты покорны. И пусть ничто нас не сломает. Я желаю всем с Божьей помощью найти себя на поприще парнасы и начать зарабатывать или продолжать зарабатывать, не меняя при этом статус, только поднимая. Шалом, шалом.